привет! Я очень рада, что прошла в финал. На полуфинале у меня все получилось. Надеюсь, это получится у меня и на финале. Я подготовила яркое, незабываемое шоу, и оно вам должно понравиться. Всем привет! Я Крис. Благодаря вашей поддержке я оказалась в финале конкурса «Мисс Старшеклассница». Сегодня вы увидите мое выступление. Я надеюсь, вам это понравится. Всем привет! Преодолев трудности первого полуфинала и справившись с волнением, я прошла в финал. Я готовлюсь к нему очень усердно, и поэтому сегодня я хочу, чтобы вы танцевали вместе со мной. Поддержи меня и мою школу номер 66 аплодисментами. И готовься, будет жарко! Всем привет! Мой второй полуфинал прошел, а эмоции остались. Честно говоря, я до сих пор не верю, что прошла финал. Ведь все эти тренировки, различные мастер-классы отнимали уйму времени, что даже и не заметила, как мы подошли к финалу. Хочу сказать огромное спасибо нашей любимой школе за то, что дала возможность репетировать и готовиться к конкурсу в любое время дня и ночи. Сейчас вас ждет крутое мега-шоу, а я постараюсь вас удивить. Привет, ребят! Факт о том, что я прошла финал, меня очень вдохновил. Все мастер-классы, которые проходили на «Мисс Старшеклассница», мне очень понравились, и я бы хотела повторить это снова, но жаль, что это не удастся. Я приготовила вам номер, который очень вам понравится. Я надеюсь на это. Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживал, особенно моим друзьям, моему молодому человеку, конечно же, моей маме и моей команде, которая танцевала вместе со мной как на полуфинале, так и на финале. Для номера мы приготовили кучу крутых фишек и надеюсь, у нас все получится. Сейчас на сцену выйдут персонажи, которых вы все узнаете. Всем приветик! Во-первых, я хочу сказать слова благодарности всем моим друзьям, которые подтолкнули меня на участие в этом замечательном конкурсе. И я ни разу не пожалела. Но во-вторых, я участвовала в первом полуфинале. И несмотря на все мои психи, мне кажется, мне с моей командой удалось воссоздать на сцене эпоху 30-х годов в Чикаго. Ну а сейчас, на радость нашим родителям, мы окунемся с вами в совершенно другой период. Период лихих 90-х. Смотрим внимательно. В полуфинале я очень волновалась, но несмотря на это, я прошла в финал. Сегодня вы увидите очень трогательную историю о любви, которая, надеюсь, вам понравится. Убедительная просьба, не фотографируйся со вспышкой во время моего номера. Всем приятного просмотра! Финал. Помните первый полуфинал? Не поверите, но на моем номере на меня чуть не упала ширма. Но все обошлось. И сейчас вы увидите историю Бонни и Клайда, самых известных в мире преступников. Смотрите внимательно. Привет! Я очень рада, что я прошла в финал. И это все благодаря вам, потому что вы моя поддержка и опора. Я приготовила очень яркий номер на финал, и я надеюсь, что он вам понравится. Мои дорогие друзья, близкие и родные, я безумно рада видеть вас сегодня здесь,
на финале конкурса «Мисс Старшеклассница». Многие из вас уже были на первом полуфинале, и, наверное, вы помните мой номер. Да-да, это те самые фараоны, которые носили меня на руках. Ну а сейчас я стою за этой сценой и немного волнуюсь. Поэтому я очень надеюсь, что ваши аплодисменты будут настолько громкими, а поддержка настолько сильной, что помогут подняться мне на вершину. Всем привет! Спасибо тем, кто пришел сегодня поддержать меня. Я очень рада участию в этом конкурсе. Девчонки, приходите, участвуйте. Кстати, для парней тоже есть конкурс «Мистер Старшеклассник». Мы будем рады пополнению команды. Все вы помните мой зажигательный танец на втором полуфинале, но сегодня я вас удивлю и покажу лирический номер. Привет, Гауди! Я очень рада сегодня видеть здесь всех моих одноклассников, моих самых любимых друзей и, конечно же, моих самых-самых лучших родителей. Я вас очень сильно всех люблю, именно этому посвящен мой номер, который вы видите прямо сейчас на этой сцене. И запомните, никто и ничто не помешает вам любить. Мой полуфинал был очень успешным. Всем понравился мой номер. После выступления мне писали, что он был один из самых лучших. Это очень приятно. Спасибо вам за поддержку, она действительно помогает. А теперь внимание. Сейчас вы увидите настоящее шоу. Такого еще в истории Гауди точно не было. Приготовьтесь. Руки на старт. Поехали! Надеюсь, на втором полуфинале вам понравился мой восточный танец. Мне было безумно приятно услышать множество слов восхищения. Ведь для меня очень важна ваша поддержка. Надеюсь, сейчас вам понравится мой чарующий восток. А ваши аплодисменты помогут мне собраться. Вы помните самый зажигательный номер первого полуфинала? Вы думаете, в этот раз будет хуже? Нет, вы ошибаетесь. Спасибо моим близким и друзьям за то, что терпят мои выходки. Если бы не вы, я не знаю, что бы делала. Готовьтесь, будет жарко, и я надеюсь, вы будете кричать еще сильнее. Всем привет! У меня на полуфинале все получилось. Мне очень понравилось дефиле от магазина Total Look. И у меня был очень зажигательный танец. А сейчас я хочу вам показать очень трогательный и романтичный номер. Надеюсь, вам понравится. Сейчас я хотела бы представить свой творческий номер, в котором хотелось бы рассмотреть социальную проблему, а также просто раскачать зал. Я очень надеюсь, что все мои усилия прошли недаром, и вам очень понравится. Всем привет! Благодаря вам, моим друзьям, я в финале. В полуфинале у меня был зажигательный номер. Мне кажется, что этот танец будет в 100 раз лучше, чем первый. Приятного просмотра! Спасибо всем за поддержку в полуфинале. Я люблю танцевать и поэтому выражаю свои чувства через танец. Сегодня вы увидите сногсшибательное шоу. Гауди Холл, привет! Знакомые, друзья, любимые родители, спасибо вам всем, что в этот знаменательный день вы рядом. Не будет никаких тренажерных залов. В этот раз только романтика, искренность, чувства. Одним словом, любовь.